Здравствуйте! Сегодня 8 мая, и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкир.ру. Новую торговую неделю пара евро-доллар открыла нисходящим гэпом и резким последующим снижением, протестировав уже в первый час торгов зону четырехмесячных минимумов на отметке 1.2955. Главным фактором, спровоцировавшим обвальное падение валюты, стали результаты выборов во Франции и в Греции. Как известно, победителем выборов во Франции объявлен социалист Франсуа Олланд, а в Греции правоцентристская партия «Новая демократия». И в том, и в другом случае европейцы выразили недовольство политикой жесткой бюджетной экономии и снижения расходов на социальные программы. В итоге финансовая неопределенность в Европе резко выросла, германо-французское сотрудничество в экономике оказалось под угрозой, а Греции грозят повторные перевыборы в связи с уже возникшими проблемами формирования коалиции. Рынок отреагировал новыми продажами единой валюты, однако падение на этом фоне продолжалось недолго. Сильный уровень поддержки на 1.2994 вновь остановил снижение и вернул валюту в пределы бокового диапазона. Спрос на этом уровне был обусловлен позитивными данными германского отчета по промышленным заказам, продемонстрировавшим значительный рост объемов против ожиданий рынка. Подъем пары продолжался практически весь день, но был остановлен на уровне 1.3065, так и не закрыв окно гэпа, что усиливает негативные тенденции в дальнейшем ценовом движении валюты. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем первоначальный откат пары к уровню дневного разворота 1.3023, а в случае его пробоя к уровню 1.30, а затем новый подъем курса единой европейской валюты к ценовым уровням 1.3065, 1.3095 и далее к 1.3150. Продолжение снижения валюты может стать актуальным только в случае пробоя вниз уровня предыдущего минимума 1.2955 и закрепления валюты под ним. На фоне усиления опасений участников торговли относительно перспектив развития ситуации в Европе после негативного для евро исхода выборов в Греции, фунт-доллар также сдал позиции. Курс пары на открытии торгов пробил недельные минимумы и достиг на снижении уровня 1.6113. Тем не менее, было заметно, что быки по фунту чувствуют себя значительно лучше своих союзников по единой валюте. Фунт быстро стабилизировался на достигнутом минимуме, а затем начал подъем вслед за динамичным ростом евро-доллара. К концу американской сессии пара торговалась уже на уровне 1.6196, отыграв потери и вернувшись в зону максимумов предыдущего дня. В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем краткосрочную коррекцию курса британской валюты в ценовую зону вблизи уровня 1.6166, а затем разворот и подъем пары фунт-доллар в новом восходящем цикле. Целевые уровни подъема валюты 1.6196, 1.6230, 1.6264 и выше в направлении 1.6298. В экономическом календаре вторника в Австралии выйдут итоговые показатели баланса внешней торговли за март и федеральный бюджет на 2012 год. Германия опубликует объем промышленного производства за март месяц. Швейцария отчитается по индексу настроений потребителя за первый квартал. В Великобритании выйдут данные по изменению цен на жилье в апреле. Канада сообщит о количестве закладок новых фундаментов под строящееся жилье. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе «Прогнозы». Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.